АТВ в опасности. Наш телеканал снова хотят закрыть уже во второй раз. Нацсовет по телевидению и радиовещанию решил подать иск в суд с требованием аннулировать лицензию АТВ. Что на самом деле стоит за новой попыткой закрыть рот АТВ и как это связано с арестом народного депутата Игоря Маркова, поговорим сегодня в прямом эфире в рамках проекта «Социально активное телевидение». Смотрите сегодня в 20:15 на АТВ.